Здравствуйте, уважаемые друзья, я Асет Абишев. Как член инициативной группы оппозиционной партии «Алга Казахстан», ко мне поступает ряд вопросов, на которые я хочу сегодня ответить. Цены на товары стремительно растут каждый день. У людей не хватает средств даже на базовые потребности. Что с этим делать? Как справиться с наступившим кризисом? В нашей стране нет собственного производства промышленных и продовольственных товаров. В этом основная причина роста цен на товары и услуги. Вторая серьезная проблема – ориентация не на передовой мир, Америку, Европу, а на Россию и Евразийский Союз. Вот. Все пошлины, налоги, экономика построены так, что мы, чтобы мы покупали товары из России, а товары из ведущих стран мира мы покупали дороже. Массированные экономические санкции привели к тому, что рубль обесценился минимум в 3 раза. Соответственно, это также приводит к обвалу стоимости тенге. Что это значит? Это значит, что товары и услуги сейчас будут обходиться минимум в 50% дороже. Более того, в ближайшее время цены на товары и услуги ощутимо увеличатся. Этот вопрос решается просто. Правительству достаточно поднять зарплату на предприятиях, после этого по цепной реакции начнут расти доходы у всех: врачей, учителей, парикмахеров, официантов, таксистов, продавцов, студентов, пенсионеров и так далее.